Последние спортивные соревнования перед карантином состоялись в Украине. В Ивано-Франковске прошел чемпионат по спортивной ходьбе. Подробности знает Олег Шумейко. Соревнования, в которых определялись чемпионы Украины и победители Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций, состоялись, несмотря на ограничения. Хотя до Ивано-Франковска доехали не все, кто планировал. Частина команд не смогли прибути або внаслідок того, що в них в країні вже є там серйозні проблеми, і вони не могли виїхати, або внаслідок того, що вони вже побоювалися мандрувати світом. Однак те, кто приехали, точно не пожалкували. Высокими результатами отметились женщины на олимпийской дистанции 20 километров. Сразу 4 участницы выполнили нормативные игры в Токио, а победила украинская атлетка Людмила Аляновская. Единственное, что вторая десятка была очень холодна. Замерзли руки, якими совсем не можно, задаешь темп ходьбы, замерзли ноги. Это... Ну, дуже холодно, правда, дуже холодно. Одне коло! Вон, вон! У мужчин Сергей Будза из Белой Церкви стал лучшим на дистанции 35 километров. Чемпионский титул у него уже 12-й в карьере. Но впервые за спортсменом на трассе наблюдала жена. Звичайно, приємно, звичайно, відчувалася підтримка, і вона і по ходу дистанції підкрикувала мені, підказувала і вболівала. Международный турнир в Ивано-Франковске прошел впервые, но организаторы отмечают высокий уровень подготовки и планируют провести здесь следующие соревнования, уже после пандемии коронавируса. Олег Шумейко, Сергей Ильинский, Ивано-Франковск, «Твой дом».